Извиняюсь за двойное видео, телефон не дает много записать. Значит, в этот день мы пошли, в день, когда я разговаривала с Давидом, но малыш не разговаривал с ним, он его не видел, не слышал. В этот день мы пошли на гимнастику. Повторюсь еще раз, ребята туда бегут, им нравится, они там прыгают на батуте, скачут, играют. Как все маленькие детки развлекаются. Ребенок, сынок мой, он тоже играет, но он играет как бы сам с собой. Он обычно не обращает внимания на деток, он просто их пробегает мимо и играет, как бы веселится сам по своей программе. А в этот день, странно, мы подошли к месту, где происходит гимнастика, и там стояла маленькая девочка, которая начала с ним заигрывать. Она ему дает 5, и вдруг он начинает ей отвечать 5, она опять ему дает 5, он опять ей дает 5. Начал хохотать, и он смотрел на нее, он улыбался, он играл с ней. Я не знала, как это произошло, но, конечно, я была безумно этому рада. И я хочу верить, что в этом нам помог Давид. Мы будем продолжать с ним работу. Я надеюсь, очень надеюсь, как любая мама, что он поможет нам. И хочу сказать спасибо ему за такие маленькие сдвиги, даже после того, как ребенок не разговаривал с ним. Это маленькие сдвиги, это большая радость для меня, для папы, для всей семьи. Ребенок посмотрел мне в глаза сам, не заставляя его, и я видела его ясный, четкий взгляд, и это безумно приятно. Давид, спасибо вам, и все, кто будет смотреть это видео, обратитесь к нему. Не думайте, что это обман, что это какие-то фокусы. Обратитесь, и я думаю, он вам поможет. Ждите следующих видео. Надеюсь, с хорошими результатами. Мы вам будем говорить, как мы продвигаемся и какие у нас успехи. Спасибо всем. Всего хорошего.